Впервые в истории Китайской Народной Республики на третий срок подряд главой государства был переизбран Си Цзиньпин. Решение было принято единогласно Всекитайским собранием народных представителей. Значит, переизбрание Си Цзиньпиня, оно, скорее всего, никак не изменит общий вектор развития российско-китайских отношений, потому что они были сформированы еще когда Си Цзиньпин пришел только на первый срок. Уже тогда были выстроены достаточно доверительные рабочие отношения с руководством Российской Федерации. В принципе, на протяжении всех последующих лет руководства Си Цзиньпинем это, так сказать, дружественное отношения они сохранялись, развивались. В 2018 году, в момент, когда Си Цзиньпин заступал на второй срок своего правления, в Конституцию были внесены правки о том, что ограничения на сроки правления теперь отсутствуют. По истечению 5 лет данное изменение позволило ему вновь участвовать в избирательной программе. По результатам голосования Си Цзиньпин был переизбран единогласно. Ну, нужно отметить, что внешнеполитический курс Китая, он, в принципе, развивается поступательно, логично. Вот, и этому, конечно, способствует то, что у власти уже, вот как мы с вами понимаем, длительное время находится один и тот же руководитель Си Цзиньпин, который видит, наверное, четко и ясно те приоритеты во внешней политике Китая, которые, так сказать, приносят пользу. И нужно сказать, что действительно этот курс, он для Китайской Народной Республики оказался очень выигрышным. На данный момент у России и Китая довольно дружеские и доверительные рабочие отношения. Стоит отметить, что выстраивались они с 2013 года, именно с момента начала правления Си Цзиньпина. Ева Гаврюшенко, Маргарита Михайлова, Универньюз.